Дати, дитячого прискіння секції депутатів, синя фія кудовня жовта, судді викорозва себе від ємаїч, бюро ностру. Паша, Сенчепин. 20 октября в Молдове проходят президентские выборы и конституционный референдум. Люди приходят с самого утра, чтобы проголосовать и принять участие в решении судьбы страны. То, что я иду на работу и хочу проголосовать. Я жду всего хорошего, чтобы было все хорошо. Чтобы не было хуже, как говорится. Чтобы было лучше. И все остальное. Здоровье, чтобы было. Вот это самое главное. Мир. И... Наверное, правильно выбрали, люди должны делать какой-то, вот, и считаю, что это правильно. У нас вся реформа изменилась, потому что дальше жить так уже невозможно, уже нету сил уже. Мы как бы выживаем, а не живем. Очень важно. От нас зависит наше будущее, будущее наших детей, ну и будущее страны. В списках избирательного участка 2/11 зарегистрированы 1653 человека. Дичем примет бюллетеня, где вот либо русы обсуте 27, обсуте 26. Локула флери, ворвота, оперсально. Избирательный участок начал работу в 7 часов утра. По словам Марины Паштарь, с момента открытия участка не произошло никаких происшествий.